У нас новый тренер, друзья. Зовут его Леонид Ингизович. Ребят, началась профессиональная история. Все, поехали. Очень рады вас видеть. Как вам первая тренировка вообще, Козлов? Замечательно. Самое главное, что пацаны довольны, ребята довольны. У нас задача на сезон — это первое место. Мы должны победить. У меня всегда задача первое место. Я не знаю, как у вас. Мы готовы на все, чтобы победить. Мы будем очень стараться, чтобы тебе было комфортно работать, да, и чтобы все было для того, чтобы прийти к нашей желанной цели. Welcome! Теперь ты козел!